От успешных предпринимателей не отстает и молодежь высших и среднеспециальных учебных заведений. 17 ноября – Международный день солидарности студентов. В преддверии праздника представители поколения Next, лучше всего проявившие себя в этом году, получили именные стипендии администрации Курска. За старания и успехи в течение 10 месяцев они будут получать по 10 тысяч рублей. Финансы и кредит плюс фотожурналистика. Такая научно-творческая смесь привела Кристину Цепелеву к успеху. Я стараюсь не пропускать конкурсы от администрации Курска, в которых можно участвовать, в которых можно занять место. Это, да, все-таки признание. Признание того, что мой талант, мои способности заметили. И я очень благодарна. Он поет, она танцует. Александра и Алену в августе этого года творчество связало узами брака. Стипендию в номинации «Студенческая семья» они получили одну на двоих впервые в своей совместной жизни. Мы участвуем в различных конкурсах международных, областных и городских. Также выступаем в нашей академии и на различных мероприятиях, которые проходят у нас в городе Курске. Влюбились друг в друга и решили жениться. Успеваем все, потому что творчество никогда не мешает учебе. Учеба, наука, спорт, активное участие в общественной жизни. Молодежью Соловьиного края нужно гордиться, отметила глава города Ольга Германова. Я их оцениваю как маяк, который указывает курс кораблю, как люди, которые должны сохранить и суверенитет нашего государства, и сделать его конкурентоспособным. Жажда победы – вот что движет этими ребятами. В рамках мероприятия именные стипендии также получили 10 воспитанников детских спортивных школ. Ирина Шашкова, Антон Судженко, телеканал «7».